делаешь? Я киню всех шестиклассников из нашей школы. Вот это рофл. Если вы тоже не понимаете, что она говорит, то продолжайте смотреть нашу рубрику «Словесный зум». С вами Барбаяна Валерия. Мурашка Элина. Погнали! Это же не наследа, блин! Сегодня я узнаю, как люди понимают слова «шлягер» и «цеховщик». А у меня слова «кин» и «бан». Что такое шлягер? Наверное, вид деятельности какой-то. Много народу пришло на концерт, и интересное что-то очень. Шлягер — это какой-то хит такой. Не слышал никогда такого. Я не знаю значения. Что такое шлягер? Хит, песня. Согласен. Что такое кин? Не знаю. Не совсем я точно знаю, но, скорее всего, тоже из интернета. Что-то не очень интересно. Я не обратила внимания. Даже не знаю, как это объяснить. Но это значит, что-то нравится сильно. Какой-то персонаж там из игры, из фильма, например. Кин? Кин, да. Вообще без понятия. Ну, я думаю, это как к кино относится к какому-то, нет? Кинич. Ну, я не знаю, зачем я слышала такое слово, но не знаю. Обмануть, может быть, предать? Ну, он означает порой, что я кидаю его в черный список. Как вы понимаете, кто такой цеховщик? Работник цеха? Я думаю, что нет. Наверное, в этом какой-то подвох. Поэтому не работник цеха, а какой-то ремесленник все-таки. Ну, это работник цеха, так я понимаю. По крайней мере, в прошлом был. Это тот человек, который придумал цитаты. Наверное, рабочий какой-нибудь. В каком-то отдельном деле. Это кто распределяет по цехам... Я не знаю, разделять продукцию, товары какие-то. Ну, видимо, рабочий какой-то в цехе. Человек, работающий в цехе. Что-то с производством, с заводом. Что такое бан? Когда человека игнорят. Примерно к этому относится. Бан — это когда человека выгоняют откуда-то, забанили, может, так выражают многие люди. Это блок, запрет. Продержу супругу. Если в разговорном только, да. Как добавить в черный список. Это банят в этом интернете. Тебя удаляют, банят, так сказать. Да. Забанить — это добавить в черный список, заблокировать человека. Бан у меня ассоциируется с черным списком. Человек, добавленный в черный список. Ну, то есть, который, не знаю, не нравится. Разберемся с данными понятиями. Цеховщик – это подпольный предприниматель Советского Союза, участник теневой экономики СССР. Основанием для их деятельности послужила проблема хронического дефицита и коррупция в стране в послевоенные годы. Исчезли же цеховики только в конце 80-х годов из-за начавшейся перестройки. Шлягер – это распространенное в определенный промежуток времени музыкальное произведение, запоминающееся мелодией, обычно эстрадное. Чаще всего это была песня. Но также данный термин обозначает и целый стиль массовой популярной музыки, объединявший продукцию конкурса «Евровидение». Кинить – это сленговое слово, которое обозначает ассоциировать себя с каким-то вымышленным или реальным персонажем. Бан – это накладывать запрет, блокировать или запрещать. А на этом наша рубрика подходит к концу. Знали ли вы значение этих слов? До новых встреч!